Спи, спи. Я уже не засну. О, Господи, кто включил этот будильник? Не я. И не я. Тогда кто? Только не начинай очередное расследование. Ай, соседский, задрипанный Иж 75-го года издает такие душераздирающие звуки. Так каждое утро. Явно можно экономить на батарейках для будильника. Я тебе хочу рассказать свой сон. Если плохой, то до 12 лучше не рассказывать. А если неплохой и не хороший, а странный? Вот после 12 и обсудим. Слушай, как хорошо быть в постели не одной и засыпать приятно, и просыпаться не страшно. Смотря с кем спать. Никогда бы не подумал, что и я, и подушка, и пистолет под ней. Извини, глупо пошутил. Терпеть не могу извиняющихся мужчин. И душераздирающие звуки по утрам, и странные сны. Ну вот. Постникова. Когда? Волынцев там? Спускаюсь. А счастье было так возможно. Ну, хоть пообедаем вместе. Конечно. Дорогой. Думаю, сейчас заметется куда-нибудь. Не найду. Кричала, кричала. Вдруг слышу, где-то вдалеке его лай. Ну, пришла сюда. И вот. Думаете, это собаки? Я разве что-то сказал? Собаки, волки, крыс. Лица нет. Подушечек пальцев нет. Это что, собаки все идентификационные фрагменты выжили? Да что тут думать? Гражданин! Гражданин! Остановиться можете? Лейтенант Шитиков, милиция. Нет. Ритма нарушать нельзя. Часто здесь бегаете? Всегда. Абсолютный выстрел. Но не сквозной. Пуля там, и это обнадеживает. Сколько он пролежал? Думаю, недели две. Точнее, сейчас трудно сказать. Да, судя по джемперу и отсутствию верхней одежды, было еще тепло. Я тоже думаю, недели две. Хотя могли грохнуть из-за куртки. Видишь, я тебя не бросил, не бросай и ты меня. Это ж глухарь, Олег. А мне перспективных навалом. У меня тоже перспективных навалом. И у Волынцева, и у Сени. Как грязи каждый день. Да, понятно. О, Господи. Ладно, не злись. Ноги промочил, определенно заболел. Ну, открывай свой буфет. Говорили тебе, Иванушка, не пей, козленочком станешь. А я разве стал? Тут бегун от инфаркта к инсульту. Общаться не хотел, жлоб. Я это, адресочек, телефончик. Слушай, записал. Сень, раз ты уже разогрелся, сбегаю, знаешь, что это за погаузы? Вон те из гофрированной жизни. Обижайте, товарищ капитан. Я уже до вашего приезда все узнал. Это склады завода «Эко». Обидчивость не лучшая черта опера. Артем, отвезешь его вещи в бюро. Сергеич, ну я же... И ты же, и я же, и все же. Хет 2, и 4. Заводи. А как же? Ну, оно тебе было надо. Вот она.
Это меняет дело. Плюс перелом голени и зубопротез. Так что это? А вот видишь, характерные глубокие ожоги с образованием коричнево-черного струпа, под которым имеется изъязвление. Мне это ни о чем не говорит. А мне говорит. Лицо сожгли. Сожгли, предположительно, олеумом, технической серной кислотой или диметилсульфатом. Привет, Розита. Я занята, перезвоню. В морге. Да, что случилось? 10 минут. Ну, приезжай. Угу. Все, пока. Да, симптоматика сходна. Нос, а далее не царское это дело. Труп пролежал в земле от 12 до 16 суток. Возможен и сульфат. Во всяком случае, с глухариком вас. А он был жив, когда его закопали? Да нет, что ты. Тогда мы имели некроз слизистой трахеи, отеки легких или, как минимум, гортани. Артем, возьми машину, поезжай к баллистам, пусть проверят. Архангел хочет знать фамилии, должности и звание всех, кто будет работать по этому делу. Дедуля, прогуляйся. Давай, дед. Один лейтенант Шитиков, опер из местного РВД. Волга из горпрокуратуры. Но дело потянется вверх. Я так думаю. Добрый вечер. От заведения. Что, мать? Сам ты, мать, твою мать. Эти частенько тут бывают? Приходят. Им хозяин за охрану заведения платит. А чего они тут охраняют, хрен его знает. Козел, куда прешь? Ну так вот, я как только его увидала, ты себе не представляешь, платье обалденное. Сразу же подумала, тёлка-палка, курица зеленая, Надька, она тебя шита. А сама чего ж? Вот этот всплыл весной в грязевке. Ну, и где тут огнестрел? Как где? Вот, в затылок, 9 миллиметров. И здесь. Этого опера откопали из-под снега аж в декабре. А лежал бы на 5 метров, ближе был бы наш. Явно выраженный почерк. Ну, контрольный в голову – это еще не почерк. Так это же не контрольные выстрелы. Стреляли как будто из одного положения. Вот же они, раневые каналы. Ложись! Товарищ капитан!
Роза. Надь, ну-ка. Посмотри. Ну-ка. О, выходи. Ну, зайди сюда и посмотри. Выходи. О, какая. Слушай, слишком, да, по-моему? Хорошо, наоборот. Хорошо. Прям Ленку Рагиной. Да, красиво. Где я полторы тысячи долларов возьму? Больно дорого. Ничего, заплатит. Ой, на один раз. Заплатит, говорю тебе. Ну, а что? Рос, это же у него день рождения, не у меня. Ой, Надежда, ты ничего не понимаешь. В конце концов, кому нужно, ему или тебе? Пусть сам себе сделает. Мне нравится. Ой, какая. А еще лучше знаешь что? Ты не мне знаю, говори. Где я столько денег возьму? А у меня и возьмешь. А давать. А вот когда олигарха своего захомутаешь, вот тогда пусть все твои копеечные долги отдаст. А я подожду. Да какой он олигарх? Ну, какой-никакой. А мы люди не гордые. Нам и такое пойдет. Ты лучше представь себе, как ты в нем выходишь. Вся такая роскошная, вся такая воздушная. Представляю. Надь, телефон звонит. Слышу. Алло. Когда обнаружен? Из него точно? Кто брал Спинозу? Городел? Не надо, я сама допрошу. Ты попытайся установить, где он был в тот день. А потом мне в нем что, преступников ловить? Преступников ловить не бабье дело. И потом тебе нужно появиться в обществе, чтобы твой Мирославский тобой гордился. А заодно и собой. Снимай. Будем брать. Оформлять? Смотри, чтобы потом локти не кусать. А можно его оставить до часиков 6? Хорошо. Ну, в 6 не приду, продавайте. Вы что это, мужики? Да вот, кипятильник зеванули. Так долбануло, банка в дребезги. Жаль. А я как раз шел, думал чайку попить. Подушечки вот купил. С повидлом. Привет из детства. Да, сегодня кипятильник, в пятницу чайник сгорел. Кто-то явно не хочет, чтобы мы к чаю привыкали. Спасибо, командир. Зато у нас, кажется, ствол нарисовался. Какой ствол? Позавчера городделовцы взяли Костю Хомутова. Спинозу? Угу. Не может быть. Может. Дима Якимов лично брал. Под сидушкой в его машине нашли ПМ. Отпечатков пальцев на нем не было, а вот профилограмма пули, выпущенная из него и найденная в черепушке нашего жмурика, совпали как две капли водки. Почему все в конторе? Почему не на объекте? Здравствуйте. Что? Кажется, рабочий день еще не кончился. А когда он у нас кончается? Нет, вы скажите, товарищ подполковник, чтобы мы знали, а то сидим здесь по трое суток без... Безрезультатно. Геморрой еще не насидели? Постникова где? На объекте. Как появится, ко мне. А кто этот? Второй козел. Никонов. Проверяющий из ГУВД. Очень красивое место. Я за тобой заеду. Да. Извини, Сева, я не смогу. Спасибо. Почему? Много работы. Скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься, что не можешь уделить мне вечер? Боюсь, что это неинтересно. Мне интересно все, что с тобой происходит. Если, конечно, это не следственная тайна. Ладно. Раз тебе хочется. Утром в лесопарке нашли труп. Он пролежал в мокром грунте 2 недели, сам понимаешь, сгнил наполовину. Черви. Опознанию не подлежит. Руки и лицо изъедены кислотой. Продолжать. Спасибо, достаточно. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Скажи мне, у тебя деньги есть? Что? Деньги? Да, конечно, конечно, есть. А у меня все есть, кроме счастья. Счастье? И в чем оно для тебя заключается?
В определенности. То есть? Например, я хочу знать, когда ты меня бросишь. Ну, вообще-то я не собираюсь тебя бросать. Скажи, а кто я тебе? А? Мы вместе и не вместе. Ты моя самая любимая женщина. Самая любимая. А не самых у тебя сколько? А, извини, глупо пошутила. Алло. Да, Дима, да, я звонила. Мы можем встретиться. Флиртую в боулинг-клубе. Когда? Да, хорошо, договорились, жду. А в каком качестве ты хотел меня представить на презентации? В качестве гражданской жены, любовницы или, может быть, невесты? В качестве юриста. Юриста? Угу. Интересно. В новой фирме есть вакантное место юриста. С хорошей зарплатой и хорошими перспективами. Насколько я помню, ты окончил юрфак на отлично. Тебе стыдно с милиционером появляться в обществе? Ты сейчас понимаешь, что ты говоришь? Угу. Сам виноват. Приличные бизнесмены обычно заводят модели или актрис. Скажи, пожалуйста, у тебя плохое настроение или я начинаю тебя раздражать? Прости. Подайте на храм Божий. Господь отблагодарит вас за вашу щедрость. Ну? Сейчас. 5 минут. Кто это? Ухажер. А что? Ничего, просто спросил. Ты что, ревнуешь, что ли? С чего ты взяла? Не надо, Сева. Это замначальника управления, майор Якимов. Я же на работе. Ну да, я в курсе. В прокуратуру, шеф. Чем можете на храм Божий, церкви нашей Благовещения, Матушки Пресвятой Богородицы. Да не остави вас Господь годинушку лихую, да прибудет... Ты сейчас подам, мало не покажется. Да прибудет с вами благодать Божия. Ну, почему же не судить на благое дело? После того, как взорвали вора в законе Башкира, лидером группировки стал его преемник, без 5 минут коронованный вор Костя Хомутов, он же Спиноза. Ты меня слушаешь? Да-да-да, конечно, слушаю. По оперативным данным, за группировкой Башкира числилось до 300 миллионов в валюте. Куда эти деньги исчезли, никто не знает. Но предполагается, что вывозили Дима, через подставные фирмы. Мне с моими райделовскими мозгами этой механики не постичь. Кто виноват и что делать, если пути наши пересеклись? Собачка виновата. Запах. Держи меня. Да. Нравится? Очень. А то. Слушай, а почему у этого Хомутова такая кличка странная, Спиноза? Отучился человек 4 года на философском факультете. Ого. Ничего себе. Любопытный гусь. Гусь еще тот. Живет исключительно по закону. Не состоял, не участвовал, в связях с правоохранительными органами замечен не был. Одним словом, идет по стопам своего наставника, последнего вора в законе Башкира. Вследствие чего имеет среди братвы непререкаемый авторитет. Так что ж он на Микине-то попался? Попался он не на Микине. В Греции арестовали подставную фирму «Кролл». Угу.
На ее счетах обнаружили 2,5 миллиона грязных денег, якобы принадлежавших Спинозе. А как его взяли? В плавучем кабаке причал намечался сход, и наше начальство велело всех повязать. В сети попалась крупная рыба. Авторитеты – Харитонов, Северцев, Князев, Гаврилов. Только наутро их отпустили за отсутствием оснований. А в машине Спинозы нашли волыну. Нашли или подбросили? Я лично присутствовал. Из кармана изъяли портмоне с фотографией какой-то женщины. А из-под сиденья – пистолет Макарова в целлофановом пакете. Извините, а Роза Абрамовна где принимает? А что, в кабинете нет? Ну, значит, в 24-м, по коридору направо. Спасибо. 200, 300, на, пересчитай. Ты зачем, Розита? Спасибо. Помчалась. Стоп! Чем от тебя пахнет? А, да, да. Сейчас скажу. Не скажу. Ну. Сейчас покажу. О, полосилинион. Угу. И что? Он подарил? Ну, а кто еще-то? С ума сойти, вот это любовь. При чем тут любовь? Ты знаешь, сколько они стоят? Нет. Надька, ты дура, честное слово. Япония, эксклюзив, на основе уникальных растений. 2000 зеленых. Сколько? О, это на 1500 дороже, чем твое новое платье от кутюр. Привыкла там у себя в ментовке этой красной Москвой душиться? Розочка Абрамовна, можно? На одну минуточку, мне только спросить. Да. Присядь. Вообще. Чего? Банковский чек? Билеты. Казначейский. Филармонию. На фортепиано концерт Шопена. Говорит, сам Наум Фридман будет представление давать. Я ее, прости господи, к самому Науму Гурьевичу на своей собственной машине возила. А она... Слушай, а кто она? А? Она? А тебе зачем? Ну, не знаю, может, певица какая известная или пианистка. Эрозия шейки матки. Профессию я не спрашиваю. А ты сходи, а? Ну, сходи, Розита. Хорошую музыку послушаешь, пообщаешься, на интеллигентных людей посмотришь. А то ничего, кроме своего кресла, в жизни не увидишь. Меня на бал в консульство Израиля пригласили. Вот я туда пойду. Но и вот там на интеллигентных людей и посмотрю. Жаль, а я бы пошла. Сейчас 6:30, а вы просили до 6. А, продали, да? Угу. А, ничего, я понимаю. И очень хорошо. Вы знаете, очень хорошо. Я в глубине души надеялась, что его продадут. Подруга настаивала, а оно же мне совсем не идет. Не идет. Не мой стиль. Какая-то романтика, что-то из области фантазий. Вопреки собственной сути. Да, извините. Алло. А, привет. Ты где? А, да, на презентации, извини, забыла. Я слышу весело. Музыка играет. А когда ты вернешься? Завтра?
Ну, хорошо. Да. А, нет, нет, я не приеду, не могу. Да, я отказываюсь. Нет, я отказываюсь от места юриста. Пожалею? Сомневаюсь. А в чем вы сомневаетесь, Постникова? Есть пуля, есть заключение эксперта, есть подозреваемый рецидивист, это Хомутов по кличке Спиноза. Его задержал город, дело ведет прокуратура, и пусть занимаются. Труп обнаружен на подведомственной нам территории. Я исполняю поручение следователя прокуратуры Уварова. А я исполняю свой долг. Свой. И он заключается в том, чтобы вывести отделение на первое место в городе. И я его выведу. Ну, брось ты, брось, Геннадий Борисович. Смотри, какая женщина. С высшим университетским образованием, умна, талантлива, выразительна. Спасибо, но я не нуждаюсь в ваших комплиментах. Я могу идти? А в другой работе вы нуждаетесь? Более высокооплачиваемой и чистой? Должность заместителя начальника управления ГУВД вас устроит? Вы не стесняйтесь, разговор у нас конфиденциальный, свойский, можно сказать. А что вы хотите взамен? Чтоб я отдалась вам? Или состряпала ложное обвинение против Хомутова? Как вы разговариваете, Постникова? Конфиденциально, по-свойски. Ничего, ничего. Женщина с характером – это хорошо. Завтра со всеми материалами дела ко мне. Свободны. Ладно. Не любит она вас, подполковник. Ох, не любит. Почувствовал себя за широкой спиной. Это за чьей же? Да появился тут у нее один бизнесмен по фамилии Мирославский. Ну ничего, еще не вечер. Всеволод Мирославский? Это интересно. Да, прокуратура Уваров. Да, у меня. С чем? Боже мой, откуда такие данные? Нет, товарищ подполковник, еще рано. Вы что, хотите закрыть дело за отсутствием состава? Да, я тоже не хочу. Но, может быть, и серийщик. Мы работаем. Категорически нужна. Позарез. Я... Тучин. Прощупывает. Нельзя ли перекинуть дело на другое РВД? Да выслуживается. За показатели переживает. Ни в нашем случае, ни у грязевского утопленника никаких других повреждений не выявлено. Значит, до выстрела в затылок они были живы? Момент выстрела, ствол касался головы, раневые каналы проходили почти под одним углом. Не понимаю. Если человек жив, в сознании, то как можно подойти сзади и приставить вплотную ствол к голове? Были живы, еще не значит, были в сознании. Накололи каким-нибудь зельем. Да в машине их убивали. Сажали на переднее сиденье, убийца садился сзади. Проезжали посты, стреляли в затылок, потом подвозили к заготовленным могилам и обливали серной кислотой. Отсюда и угол, и выбор оружия. Сквозной машине ни к чему, поэтому пуля должна быть с малым зарядом пороха и большим останавливающим.
Алло. Алло, лаборатория? Я вас просил прислать заключение по одежде. А вы мне что прислали? Так, читаю. Читаю. Колготки женские, фирмы Джербе, 3 пары. Туфли на шпильках, Карло Пазолини. Он что, был женщиной или голубым? Как то девушка? Как то труп? Нет, девушка, труп – это не фамилия. Это состояние души и тела. Командир, кофе будешь? Нет, девушка, это и не вам. Ну ладно, ладно, не надо плакать. Девушка, как вас зовут? Привет, Варя. Привет. Кира, продиктуйте мне, пожалуйста, что там написано. Угу, секундочку, секундочку. Записываю, записываю. И тогда туфли демосезонные. Туфли демосезонные Калинской фабрики Калита. Ага. Материал верха хром, низа полиуретан. Привет. Привет. Да нет, Кира, это я не вам. А партию удалось установить? Ага, пишу. ТД-130-504-8. А куда отгружали? А, помедленней. Ага, в центральный областной универмаг. Есть Козельск. Есть Алексин. И Малый Ярославец. А что по джемперу? Пусть пришлет заключение по факсу. Угу. Выполнены из полушерстяной пряжи, переплетение полуфанк, фабрика Боровчанка. А это где? Ага. И как далеко этот Боровск от Парижа? Ага, Калужская область. Понятно. Нет, не все. Скажите, Кира, а что вы делаете сегодня вечером? Я просто хочу помочь вам освоить факс. Тогда до встречи. Ну чего вы ржете? Ничего смешного не вижу. Завладша заболела, а лаборантка второй день работает. Ничего не умеет. Привет. Здоров. Если не оригинал, то, по крайней мере, качественная подделка под фирму. Сегодня по карману каждому. Так что вряд ли питерец или москвич выберут себе калинские демисезонные галоши на полиуретане. Да, вывод достойный Эркюля Пуаро. Спасибо. Но он мог быть хоть и японцем. Проезжал себе через Калинск. И решил приодеться. Такая бедная, бедная японося мать с зубопротезом из районной поликлиники. Вань, запроси Калинское ГУВД на предмет находящихся в розыске по заявлениям родственников. Но учитывая размер города и безработицу, там таких 10 тысяч наберется. Че, всех будем проверять? Всех с металлическим протезом верхней левой семерки и переломом правой голени. И вот в туфлях серии ТД-130-504-8 и джемпере беж-полуфанговой вязки. Так надо посмотреть все ориентировки на горожан по Интерполу. О, вот ты этим и займешься, консультант. Откройте, милиция! Приказано самых метких в количестве 2 штук отправить в тир на сдачу нормативов по стрельбе в ходе плановой проверки районных подразделений. Вопросы есть? Вопросов нет. Разрешите идти? Ну и кто у нас самый меткий? А у нас все меткие. Не меткие на кладбище. Стой. Лицом к стене. Оба-на! Какие люди! Здравствуй, Надька, стоп-модель. Пригласи меня в бордель. Что, Зотов, по тюрьме соскучился? Дурочка ты моя. Это она по мне соскучилась.
Азотов по тебе скучает. И сукся весь. Подойди ко мне. За что его на этот раз? Да, выплеснул в лицо сожительницы банку серной кислоты. А соперника бритвой по горлянке. От уха до уха. Стоять. Лицом к себе. В общем так. Там по делу работает горпрокуратура. Важняк Уваров. С ним начальник УГРУ Центрального РУВД Постникова. Да, сука редкая. Угу. Ну, все по плану. Прокачивай спинозу. Наручники с него снимите. Не стоит. Я привык. А тебе спокойнее будет. Снимите наручники. Вы свободны. Символ стремящихся к власти. Власть есть единственное средство достижения подлинной свободы. Если бы вам нужна была свобода, вы бы не провели 18 лет в тюрьме. А я в тюрьме свободнее, чем ты не в тюрьме. У меня есть марафет, кабацкая жратва, необходимая информация. А ты там у себя на воле. Свобода настолько, насколько тебе позволяет твоя нищенская зарплата, ментовские инструкции и чужие законы. Но почему чужие-то? Я же в государстве живу, значит, они и мои. В соответствии с одним из них, руководствуясь статьей 85 прим. УПК, уведомляю вас о принятом мною решении произвести при допросе звукозапись. Пиши. Государство необходимо для того, чтобы руководствоваться разумом и таким образом обретать свободу. А ваша держава и свобода несовместимы. Есть альтернатива? Но вы же признаете существование невидимых параллельных миров. Почему бы вам не признать существование параллельного реального государства? Признать это как? Обменяться верительными грамотами? Считаться с ворами, убийцами, насильниками, как с братским народом? Да ваши государственные мужи не стесняются убивать сотнями миллионов, воровать миллиарды и насиловать народонаселение, независимо от возраста и пола. А у вас? А у нас, голубо, действует закон. И убиваем мы только того, кто его приступает. Я вам не голуба, а капитан милиции Постникова. Произвожу допрос по поручению старшего следователя прокуратуры Уварова, согласно статье 66. А имя у тебя есть? Чего ты брякаешь своими статьями? Я по ним полжизни отсидел. Имя у тебя есть? Нормальное, человеческое? Есть. Гражданин начальник, в 89 году вы приговаривались Орловским нарсудом по 146. Там написано. Написано. Но разбой вроде не ваш профиль. Да, зачем старое ворошить? А что же, гражданин прокурорский следователь, где? Захворал ли час? Угадали. Вчера в лесопарке был обнаружен труп. Уваров выехал на место и простудился. С утра было холодно, земля сырая, а у него туфли на тонкой подметке. Жаль, видать, мало вам ваше государство платит, если вожняк из прокуратуры обуться не может. На всех не хватает, пока существует ваш. Я уже давал показания Уварову. Ствол не мой, пальчиков моих на нем нет. Протереть его проще, чем объяснить, откуда он взялся в машине. Я ничего не протирал и объяснять ничего не собираюсь. Тебе надо, ты и разбирайся. Это дело не закроет, Константин Иванович, если вы на это рассчитываете. Я его не убивал. Его? А кого? Ее, что ли? Речь идет о серийном преступлении, Константин Иванович, и вы пока единственный подозреваемый. Так ведь человек – часть природы и... все его действия включены в цепь универсальной мировой детерминации. Ха-ха! Браво! Неплохо подготовилась. Вы фаталист? Реалист. Если это ваша работа, все равно посадите. Что вы имеете в виду? Волыну под седухой. Зря ты в легавой пошла. Это почему же?
ты смотри, как он с тобой разговорился. А со мной молчанку играл. Тебе надо, ты доказывай. Есть в нем какая-то обреченность, что ли? Как у зверя в зоопарке. Будто он действительно из другого мира. Ну да, из параллельного государства. Кто-то его подставил. Надежда, категоричность несовместима с употреблением неопределенных местоимений. Не проще ли было бы его убрать, как убрали его предшественника Башкира? Он знает, где деньги Башкира, поэтому его и не убивают. А вешают труп в лесопосадке. Пусть этим делом занимается УБОП и генпрокуратура. Наше дело доказать причастность или непричастность этого Спинозы к убийству. В этом-то и заключается парадокс. Не понял. Если мы докажем непричастность его к этим убийствам, то нам придется выпустить на свободу лидера крупнейшей преступной группировки. Французские? Духи? Японские? Да. То-то мне хочется в последнее время взойти на Фудзияму, посмотреть на Эйфелеву башню. Жене куплю такие же. Органы дознания, в обязанность которым вменяется профилактика правонарушений, все правоохранительные структуры не позволят выйти на свободу убийцы. Надеюсь, это понятно? Нет. Что именно вам непонятно, капитан Постникова? Непонятно, на каком основании подполковник Тучин называет Хомутова убийцей. Не переквалифицироваться ли тебе в адвокаты? Вам. Что? Не тебе, а вам. Телефоны выключите. Вы на оперативном совещании, а не... В диспозиции статьи 115 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» указан мотив как признак субъективной стороны, что влияет на квалификацию преступления. Мотивы мы определим с установлением личности убитого. Иначе дело в отношении Спиноза придется закрыть за отсутствием состава. Так устанавливайте, черт побери, если Хомутова расколоть не в состоянии. Устанавливайте. Вы сами-то верите, что без пяти минут коронованный вор, подельник самого Башкира, взял на сход засвеченный на мокрухе шпалер? То есть? Да то оно и есть, что колоть Спинозу на предмет подброшенного ему пистолета бессмысленно. Подброшенного? Чтобы делать такие заявления, нужно знать, кому это выгодно. Наверное, тем же, кому было выгодно навести Интерпол на счет подставной фирмы Кролл в Афинах. Кстати, о фирме. Вы не знаете, кем она была учреждена? Нет, не знаю. А вы поинтересуетесь. Может быть, возникнет какая-нибудь связь? Спасибо за совет. Но это не в моей компетенции. Как сказать? Все, ухожу. У меня и место есть. Прекрасная работа в юроделе крупной фирмы. И платят хорошо. А что, давай. Я тоже уйду. Вон Тёма с Сёмой тоже уйдут. Все уйдем. Вот Тучину подарок будет. Он же только того и ждет. Сеня... Узнай, кто ведет дело Зотова. Он по пьянке своей сожительницы в лицо кислотой плеснул. Откуда кислоту взял и все такое прочее. Алло, Сева, да, здравствуй. Я слышала, не могла ответить. Москву? Прямо сейчас? Нет, просто неожиданно как-то. Ну, хорошо, я постараюсь. Ну, чего ты стоишь? Ну, иди, узнавай. Вчера ты не говорил, что уезжаешь. Но я вчера и не знал. Решил ехать сегодня 2 часа назад. Сразу позвонил тебе. Да. Оставь себе. Мне вторые есть. Но если ты, конечно, собираешься вернуться. Я собираюсь. Когда? Ну, не будем загадывать. Как говорят капитаны, полагаю быть. Капитан, здесь я. О, забыл.
Регистрация билетов и оформление багажа, сектор номер 5. Ты едешь, чтобы встретиться с ней? Почему ты так решила? По счастливому выражению твоего лица. Ты меня ревнуешь. Я? Да. Ревную? Ревную. Нет. Не относись к этому так серьезно. Во-первых, у нас не общее дело. Во-вторых, у нас общая дочь, которой завтра исполняется 18 лет. Поздравляю. А у нас с тобой есть что-то общее? Будет. Обещаю. Давай. Пока. Пока. Уголовный розыск, капитан Волынцев. Так точно. Да, товарищ полковник, записываю. Шашков, Геннадий, Тимофеевич. Следующая смена на исходный рубеж. Дело по Зотову возбуждал следователь Южного ОВД Остроухов. Капитан Постникова к стрельбе готов. Лейтенант Вишневецкий к стрельбе готов. Капитан Чудовский к стрельбе готов. Лейтенант Шитиков к стрельбе готов. Черта не вижу. Контактную линзу потерял, правую. А слева не могу, в сторону тянет. Эй, ты куда стреляешь? Как куда? В мишень, естественно. Ну и что там? Ну что там? Олеум он стащил с работы из цеха инообменных тканей завода ЭКО. Он что, там работал? Ну да. Постороннему оттуда ничего не вынести. Объект под охраной, обыскивает на проходной. Шашков Геннадий Тимофеевич, 75-го года рождения, город Калининск. 3 сентября уехал в командировку и не вернулся. Подтверждение есть? Пару часов назад мы получили факсом справку из стационара о переломе голени в 95-м. Плюс показания стоматолога из поликлиники. И плюс у вдовы остался ярлык, купленного перед отъездом джемпера фабрики Боровчанка. Это он точно. Кто он? Коммерческий директор фирмы «Биатон» в Калининске. Угу. Шашков. Угу. С 4 по 9 был командирован на завод «ЭКО» для закупки активационных станций очистки бытовых сточных вод. Угу. Завод «ЭКО». Погоди, Вань. Так, его труп мы нашли недалеко от погаузов этого завода. И в их производстве используется олеум, техническая серная кислота. Что-то все вокруг этого завода вертится. Поехали. Тебе нужно срочно предъявить его фото Спинозе. А почему я? Уваров сказал, что с тобой он поразговорчивее. У нас в Котласе один ушел от кума. Ему уже верст 10 оставалось до дома. Его уже и искать-то перестали. Он взял, да и шарнулся. Ну и заснул, сидя у костра. Да так потом в огонь, лицом и упал. Успел только руки вперед выставить. Так его нашли. Без лица да без узоров на пальцах. Как его опознали? Да очень просто. По наколкам и зубным пломбам. Нет, Константин Иванович, наш покойничек не ширялся. В затылок ему из изъятого у вас пистолета выстрелили в упор. Костра тоже никакого не было. Лицо и руки умышленно облили кислотой. Вам такой почерк не знаком? Почерк? Подсказывает мне моя интуиция, что у вас очередной висяк нарисовался. А больше вам ваша интуиция ничего не подсказывает? Подсказывает, что вам приказали меня по полной посадить. Кто это нам такое может приказать? Действительно. Ой, невыгодно вам, легавым, с нами законниками дело иметь. Альянс мы не идем, друг на дружку не стучим. Ой, невыгодно. Нам выгодно, чтобы преступности было поменьше. Да что ж вы такое говорите, Надежда Георгиевна?
Вы же все передохнете. Жить-то на что будете? Опознали жмура? Не узнаете? Да первый раз вижу. Где были первую неделю сентября, конечно, не помните. Нет, почему же? Очень хорошо помню. Зря иронизируете, Константин Иванович. Как раз это вам придется вспомнить. Че, все, что ли? Вань, надо ехать в Калинск. Узнать все об этом Шашкове, в местном ГУВД, в семье, все его связи. В 14.45. Что? Рейс. В 14.45. Я уже билет забронировал. Уваров распорядился. Ну почему? Сам не дурак. Да. О, смотри-ка, смотри, дождь вроде кончился. Слушай, а если не дурак, скажи, что этот Никонов на оперативке такое про фирму говорил? Мол, поинтересуйтесь, кому принадлежал с такой подленькой улыбочкой, будто намекал на что. Ну чё, какому-нибудь олигарху принадлежал, от которого нечка в правительство или в администрацию президента тянется. А Никонов их пес цепной, он тебя пугал. Не суйся, мол, обломаем. Нет, я думаю, если было так, то фирму не накрыли бы. Ладно, мне с утра в прокуратуру. Ну, на случай, если разменемся, пока. Пока. Надь, ты ничего не забыла? Пока. Давай. Сука, не дергайся. Привет тебе от Кости Хомутова. 3 дня тебе срок. Если к среде не выйдет, ты покойница. Так не рыпайся. Потому что от этого зависит ваша свобода. Тю. Ядри твою налево. Чем же ты завтра в прокуратуру пойдешь?